Всем привет. Кто это против нас? О, голландская защита. Кто этой? Почему кнопка не тыкается? Что такое? Скрывается. Не дает информацию о себе. Так, ферзь d3. Наш 7 напал. Пешка висит. Такой интересный гамбит. Так. Ладья бьет h7, ладья бьет h7, ферзь g6, шах, ладья f7, ферзь g4. d5. Не то, да? Повел коня. Плохо помню, что тут творится просто. Редкий гамбит. Так. Напал на h7 снова. Слон f5, e4 я пойду, да? В какой-то партии было так, и я так не пошел. А было выиграно. Вот теперь-то я это помню. Так, ВКонтакте пишет, e4 надо было. Тогда я помню ту партию, да. Забрал. Пешку отыграли. Так. Он обратно. А Е5? Погодите. Е5, слон Ф5. Е5, слон Ф5. Или ферзь g3 просто пойти. А! Не, ладно. Ферзь g3. Там... А, я думаю, он вышел. Так. Ферзь g3, конь. Ой, ферзь g3, король f7. Конь g5, шах. Ладно, попробуем так. Мат грозит в один ход. Нельзя брать коня, потому что будет ферзь g6, мат. Так, выползаем конем, защитили на e4. И там какой-то сейчас e5 ему вставим. А, промежуток. Так, а такой ход. Напал на f7, на b7. Не, на b7 не напал. Погодите, теперь, если ферзь b7, слон c6. Неприятно, да? Ой, а чё я болтаю? Вилка же. Всем пока.